Нормально тебе? Это вообще что? Это не мы. У нашего мужика были волосы другого цвета. И шляпа. И костюм. Знаки, знаки, смотрите, какие-то знаки. Все, из нас растут щупальца. Фу, какая гадость. Или это пиявка? А нечего спать ложиться у Ктулху под бочком. Ой, дурачина, такой не могу. Мы разочарованы. Дорогой, мы разочарованы. Как говорится, больше никогда. Больше ничего не появилось. А костюма нового нет? Нет. А, дверь не поддается. Черт. Попробуй, сейчас мне что-нибудь скажи только. Я тебя по жопе сразу... Я все вижу, чужак. Я тебе сразу язык в жопу засуну. Эй! Ты чего? Чего? Пацаны! Смотрите, что у них висит. А вы нормальные скорлопендроморфы сюда вешаете? Вы вообще вот, ну как бы осознаете? У тебя тут скорлопендроморф на крыше висит, на потолке. Дурень. Дурачина, ты простофиля. Угу. А, тут можно вот так обойти. Побежали как-нибудь. Блин, а метки не стоит. Факультет это он. Ну, кстати, похож. А, тут в любом случае нужно лодочку брать. А мы в другую сторону можем лодочку взять? В эту. Или это та и есть? Нет, вот это. И мы здесь вот так вот. Вот так вот. Подождите, я заплутала. Так. Хорошо, хоть сейчас увидели. Да, это очень странно. Ну, типа, не знаю. У нас в чате пользователь с ником Аэромонах. Я прямо это самое напряглась. Я прям напряглась.
Опять с кишащими монстрами район. Пока мне гранаты не дадут, я туда не пойду. Даже не подумаю. Так, не снеси меня. Это район для модных. Здрасте, господин. Ух ты! У нас тут тропики. Хорошие новости, мистер Трогмортон. Участники экспедиции живы. Они на дне моря, в затопленных развалинах какого-то древнего храма. У них достаточно воздуха, но нам следует поторопиться. Что произошло? Почему моряки не помогли им? Уф. Ну, а он скажет, что они типа безумны, и есть подозрение, что безумие распространяется. Ну, как-то вот хотя бы как-то вот намекнуть надо. Экипаж Титания взбунтовался против Сандерса. Спастись удалось только вашему сыну. Его посадили в шлюпку. Бунтовщики будут наказаны. Бросить Альберта на волю волн. Они уже наказаны. Я отомщу за него. К сожалению, это еще не все. Инсмутцы забрали находки вашей экспедиции и похитили профессора. Что? Проклятые дегенераты! Как это произошло? Инсмутцы знали про храм. Они устроили там засаду и ждали, пока профессор не возьмет то, что они называют печатью. Но как им удалось застать врасплох моих ученых? Похоже, когда печать забрали оттуда, где она лежала, со всеми участниками экспедиции случилось что-то вроде нервного срыва. Наверное, инсмутцы знали, что это произойдет, и дождались нужного момента. А затем сбежали, прихватив с собой профессора Доу и артефакт. Трох! Инсмутцы. У вас есть доказательства того, что они в этом замешаны? Участник экспедиции убил одного из нападавших. У меня есть фотография. Экспедиция провалилась. Моего мальчика убили. Это касается не только меня, мистер Рид. Они представляют угрозу для всех. У них Гаррит и артефакт, который она нашла. Возможно, она еще жива. Только поэтому я еще не очистил Окмант от этих рыбомордых выродков. Но сидеть сложа руки мы не будем. Найдите их, мистер Рид. Не исполнителей, а лидеров. Проникните в их ряды, если понадобится. Верните мне профессора. Похоже, дело опасное. Инсмутцы народ вспыльчивый, а мне врач запретил тонуть. Это вредно для здоровья. Зачем мне вам помогать? Я вам хорошо заплачу. И потом, вы ведь прибыли сюда, чтобы расследовать безумие, верно? Профессор Доу рассказала мне о своих видениях. Она что-то нашла среди этих развалин. Наверняка это важно. Но эти твари схватили ее. А еще я хочу обсудить с вами более... деликатный вопрос, мистер Рид. Я умею быть деликатным, если нужно. Рассказывайте. У меня есть один... коллега. Его зовут Герберт Гловер. Как и я, он коллекционирует произведения искусства. Мистер Трогмортон, я детектив, а не взломщик. Мне не нравятся ваши намеки, мистер Рид. Ваши грязные намеки. Я бы никогда не опустился до воровства, это отвратительно. Я назначил Герберту очень важную встречу, но он не пришел. Я хочу, чтобы вы выяснили причину. Вроде ничего сложного. Я все сделаю. Отлично, мистер Рид. Только запомните, все должно оставаться в тайне. Никому не говорите, на кого вы работаете. Осторожность, мое второе имя. Прекрасно. Вот адрес Герберта и ваш аванс. Думаю, сумма вас порадует. Хорошего дня. О, ручная граната, опыта, очко, там что-то еще дали.
Мне некогда болтать, мистер Рид. Деликатный вопрос. Гробовщик славно над ним потрудился. У вас здесь уютно. Прям, знаете, вот такое ощущение тепла. Нам нравится, когда тепло. Мы с чатиком такое любим. А, у них есть своя пристань маленькая. Нас не выгонят? Пока вроде тихо. Нет, это все мишура. Какая мишура? Что-то ему опять не нравится. Не нравится, вредничает. Дети такие вредные у меня, конечно. Дверь не поддается. Черт. И все? Маловато. Какая-то комнатка. Комнатка с богатствами, да? Классно. Ну ладно, я пошла. Ничего не упустили? Мы тут даже ничего не залатали. Но это не серьезно, это смешно просто. Вы что? Прикол какой-то. Это богатый район. Район богачей. Так, мы не были в психушке еще. Библиотека. И ратуши. Там нас еще не было. Центральный... Да-да-да. Так, центральный Old... Old Grove. Центр Old Grove. Гилбридж Роуд. Гилбридж Роуд. Вот она. Роуд. Между и Сенчуэй. Вот сюда. Вот. Машины стоят неприкаянные. Модники ходят в цилиндрах. А чё ходят-то? Первого не играл, и у второго тоже нет. У нас тут дерево того и этого. Можно было бы его распилить. Ой, топить все равно надо хоть чем-то. Давайте во все дома теперь тыкаться. Правильно, чё? Нам задание дали, будем тыкаться в дома. По одной стороне улицы, по другой стороне улицы. А чё нет? Вау, это не тот дом, который нам нужен случайно. Не он? Хотя нет, если бы там дом сгорел, то нам бы сказали. Подождите, как там это? Центр, между. Должен быть богатый дом.
Есть там какая-то коллекция. О. Особняк Гловера. Да, блятушки, пацаны, пацанятки. Ой, господи, у меня... Ты выйдешь? Выходи. Бля, залагала. Блин, лагает, когда они... Сейчас что произошло? Лагает, когда они... Дверь открывают или что? Лаги про лаги. Фух. Статист, привет. Да блин, ребят, это просто жесть. И это просто жесть, как пролагивает. А чё это их солнце жмякает или что? Что их жмякает? Дверь не поддается. Вот она, вот она. Хуф. Зачем хранить газетную вырезку 40-летней давности? Фрэнсис Торгмонтон, известный всему городу ученый, искатель приключений, снова стал самым завидным женихом. Письмо мистера Трогмортону. С глубочайшим прискорбием вынужден сообщить, что цена интересующего вас предмета снова возросла. Спрос на него увеличился, и теперь он стоит втрое больше того, о чем мы условились ранее. Я знаю, что же во второй раз повышаю цену, но после разрушительного потопа каждая вещь стала для меня почти бесценной, поскольку пополнять коллекцию я уже не могу. Какой наглый писька. Смотрите. И чё? Дверь не поддается. Space Wanderer, привет. Ну, пойдемте сначала вниз. Голова статуи. О, сейф скрыт. Еще поменяла головы статуй. А, еще патроны, аптечка.
Ладно. Это типа квест «Мы детективы». Частные. Саша, привет. Восьмой нет, конечно. Столько всего можно перепройти. Зачем именно гоф? Что это? Похоже, тут не весь комплект. Одно зеркало забрали. О! Глаза широко открыты. Похоже, смерть была внезапной. А, у кого-то мания величия. Ага. Вокруг замочной скважины только небольшие царапины. Работа профессионального взломщика. Ха. Многовато предупредительных выстрелов. Уже готовы. Косой, беги! Окей. Я его убил. Работенка, расплюнуть! Ты бери зеркало. А я посмотрю, что еще можно прихватить у этого богатея. Кто вы такие? Что вы делаете в моем доме? Так, посмотрим, что тут у нас. Работенка, расплюнуть! Кто вы такие? Что вы делаете в моем доме? Косой, беги! Окей. Я его убил. Двое проникли в дом, чтобы украсть зеркало. Вор по кличке Косой взломал сейф, но Гловер обнаружил его и подстрелил. Второй вор убил Гловера. Ничего не поняла. А, у кого-то мания величия. Я выясню, почему старая обезьяна так хочет тебя заполучить. Хм. Зеркало утащили. И где оно теперь? У воров? Где мы его найдем? Нигде? Косой упомянул о том, что это не первое его ограбление в Волдграве. Это надо, наверное, в полицейский участок. Да? Да, в полицейский участок надо нырнуть. Так. Удалить. А переместиться мы, по идее, можем вблизь полицейского участка, но здесь нужно найти вот эту вот штуку перемещательную. А, мы можем добежать, чтобы без лодки. Но где может быть перемещательная штука? Хер его знает, где она тут может быть, я без понятия. Спокойной ночи, Анджей. На первый раз прекрати. Проще. Эй, прекрати! Прекрати.
Где здесь точка быстрого перемещения может быть? Вообще непонятно. Что такое 168-й? А, вот она. С другой стороны, что нам это даст? Что нам это может дать? Преступление. Ха. И что нам нужно? Подозреваемые? О, косой. Угу. Уклонение от уплаты налогов. Возможные сообщики. Сообщики. Угу. Получил. Ну, при... А, ну всё. Ой. А, ну в смысле... А, Полицейское досье на Косово. И что нам это дает? Да, блин. Журнал. Север Salvation Harbor. Сидни Стоукс. Так. Окей, карта. Уф. Salvation Harbor. Уф. Блин. И чё надо? А чё надо? Поставить метку. Какую? Север Salvation... Я случайно... Север Salvation Harbor, западное пересечение Moorland Road и Salvation Road. Salvation. Вот, Moon... западное пересечение. Moorland. Ну, типа тут? Так? Западное пересечение. Moorland. Salvation. Ну, типа того, вот это тут. Можно будет вот тут появиться. Так, ладно. Нет, это тот пацаракет, который косой, а молодого нет фотки. Молодой не фотогеничный. Так. Влад, здравствуйте. Ливеркин, спокойной ночи. Куда? О, рыбный рынок. Нам не сюда. Нам обратно. Свернулись. Все. Ваш голос — это ваш выбор. Голосуйте с умом.
Окей, а там безопасно вообще? Или не очень? Автобус этот перегородил нам все. Выглядит как небезопасный райончик. Так. Вот эта улочка. Ко всем надо тыкаться. Здрасте, не здрасте. Здрасте, не здрасте. Здрасте, и снова не здрасте. И не здрасте. И даже тут не здрасте. Так, а чем? Чего? Сервер Salvation Harbor, западное пересечение. Moorland Road и Salvation Road. Тут как западное пересечение. Что значит западное пересечение? Ну чё ты это? Тут вариантов-то нет. В смысле? Это вообще не тут. Мистер Стоукс, стоимость отдельного захоронения вашей матери, Марты Стоукс, составляет 30 патронов. Морг не может дать вам скидку. Захоронений так много, что у нас не хватает средств и рабочих рук. Вы должны произвести оплату через 2 недели, иначе нам придется похоронить вашу мать в общей могиле. К счастью, я никогда не голодал настолько, чтобы есть такое. Кротокрыс. Успокойся с миром. Ух, 3 патрона. Угу. Тут не все, не такое ведьмачье чутье, как в Ведьмаке. Тут не все отмечается. Статист, да прекрати. У нас тут видишь, что здесь происходит. А мне еще ты предлагаешь ваши вопросы машины урегулировать. Ну. Урегулировать. Пацаны! Пацаны! Жопу! Идите все! Не пацаны идите, а вот эти жопики. Да я не спятила. Честно-пречестно. Фух. Пацаны, я не вас имею в виду. Иногда. Иногда, если я говорю про жопиков, я имею в виду всяких нехороших жопиков. Чё стоишь, как дуб?
Он спятил! Просто спятил! Да не спятил. Фу. Задрали! Задрали! Иди сюда! Иди сюда, я тебя не боюсь! Что? А сколько вас тут? Вас тут много, что ли? А почему вас тут много? Я тут. Я такая вкусная. Няма-няма. Не хватает, Ватса, не хватает. Ты спавнился? А чё он прыгает? Ну ты мне скажи. Вот всё тебе смешно. 168. Всё тебе смешно. А чё он прыгает? Чтобы я по нему попасть не могла? Ещё? Алло. А! Да, не повезло Косому. Выжил после пулевого ранения, но умер от ножа. Кто же это сделал? Наконец-то я исправлю то, что сотворил с тобой этот обезьяний сын Фрэнсис. Бабуля. А, не подходи. Слава богам. Я думал, это опять монстры. Ты ведь Сидни Стоукс? Да, да, это я. Мы знакомы? Нет. Я ищу Герберта Гловера. Думаю, ты его знаешь. Или, лучше сказать, знал. Ох, Кей. Неплохой трюк со стеной. Как ты это сделал? Это не я. Я таких фокусов не знаю. Это она поставила тут стенку. Кто? Ты сказал, она поставила тут стенку. Кто она? А она нас наняла. Я даже имени ее не знаю. Обещала хорошие деньги за простую работу, а я, дурак, купился. Для чего она тебя наняла? На словах все было просто. Пойти в дом коллекционера, взять какое-то ценное зеркало и смыться. И где сейчас то ценное зеркало? Она его забрала. Когда мы с Филом принесли товар, он с ней подцапался, и она его пырнула. Кей, что мне теперь делать? Из нас двоих Фил был смышленый, а я... Я просто дубина. Опиши мне ее. Как выглядела эта женщина?
Высокая и худющая. Прямо кожа до кости. Злобная, как гремучая змея. Это все, что я помню. Да я ее особо и не разглядывал. А убить хозяина тебе тоже поручили? Или ты это сделал просто так, ради смеха? Я... Кейм, клянусь, я не хотел. Это вышло случайно. Он начал в нас стрелять, и я перетрусил. Перетрусил? Отличное оправдание. Кейм не свидетель. Я не хотел никого убивать. Забирай все, что у меня есть. Только отпусти. Ну и ночка у тебя выдалась. Кража со взломом, воровство, убийство. Боюсь, мне придется тебя сдать. Нет, умоляю. Меня посадят на электрический стул. Об этом нужно было думать до того, как ты убил человека. В чем дело? Вот так вот. Так. Какая-то женщина. Так. К Трагмонту надо вернуться. Окей. Трагмонт, вы знаете какую-то злобную женщину, такую подозрительную? Он скажет, конечно. Мы с ней с детства охотимся за одними и теми же зеркалами. Ну, в смысле использовали? Ребята, все, он уже как бы втянулся вот в эту всю историю. Нарушение закона, воровство. То есть, как бы, он и дальше будет идти по этому пути, это очевидно. Надо же с чего-то начинать. Вот он начал. Дальше будет только хуже. Кен Кон, и тебя с праздником. Ты чего? На первый раз прощай. Это ты чего? Вот это? Экстренный выпуск! Прекрати! Все новости достойные печати! Купите газету! Чёртовы чужаки! А где? Я разобрался с вашим деликатным вопросом. Прекрасно. Расскажите все подробно. Гловер мертв. Человек по имени Сидни Стоукс ограбил его дом и убил хозяина. Он действовал не один, у него был помощник по имени Фил О'Коннелл, который тоже плохо кончил. А все из-за какого-то зеркала. Даров. Нигде сейчас это зеркало? У таинственной женщины, которая их наняла. Имя мне узнать не удалось, но настроена она явно серьезно. А, ясно. Моя загадочная конкурентка наконец раскрыла свои карты. Говорите, оба вора убиты? Сидни Стоуксу удалось уйти. Скорее всего, он до сих пор отсиживается у себя дома. Дать вам адрес? Да, пожалуйста. Я с удовольствием побеседую с ним о моральных ценностях. Неужели так трудно было сразу сказать, что вам нужно зеркало? Я ведь говорил, что это вопрос деликатный. Я сомневался, что вам можно доверять. Но вы развеяли мои сомнения. Я сделал то, о чем вы просили. Как насчет компенсации? Конечно, мистер Рид. Я столько патронов потратила. Теперь вы все знаете. Возьметесь за вторую часть этого задания? Дайте угадаю. Вы хотите, чтобы я нашел зеркало? Да. И женщину, которая так грубо вырвала его из моих рук.
Я разберусь. Правда, зацепка у меня только одна. У нее был зуб на некого Фрэнсиса. Вам знакомо это имя? Да, конечно. Это мой отец, Фрэнсис Трогмортон. Упокой-ка и его душу. И как он связан с этим делом? Я впервые узнал о зеркале из его записей. Именно поэтому оно меня и заинтересовало. Ваш отец был известным человеком. Наверняка у него были враги. Никого не припоминаете? Нет. Они все умерли раньше него. Вы упомянули записи вашего отца. Не возражаете, если я на них взгляну? Мне вовсе не хочется, чтобы вы копались в отцовских вещах, мистер Рид. Но если это необходимо, я согласен. Вот, возьмите ключ. Так. Навыки. Два очка у нас есть. Да, нет, не то. Ловушки какие-то, гранаты. Детектив. Два раза больше за выполнение заданий, больше опыта. А, что же? Ну, я не знаю, что тут брать, что брать, что не брать. Давай возьму. Возьму, не возьму. Дрободан нужен. Ой, будет дрободан, мы тут такого натворим, пацаны. Патронов он нам особо не дал. Кстати. Так. Через зазеркалье. А, ключ от кабинета, ага. Любопытная работа. Наверное, такие вещи стоят целое состояние. С виду острое. Ничего удивительного, это ведь оружие. Похоже, это была очень крупная экспедиция. Сын весь в отца. Похоже, для Фрэнсиса 1891 год выдался очень бурным. Рози? Экспедиция Фрэнсиса Трогмортона в Африку оказалась одним из самых амбициозных, хотя и недооцененных начинаний 1891 года. Из-за этой поездки он привез новорожденного сына, окрещенного Робертом, а также множество исторических артефактов – бесценные антропологические исследования и удивительные культурные сведения. Сегодня Вести Окмонта публикует эксклюзивное интервью, в котором Фрэнсис согласился поделиться с нами частью этих сведений. Короче, Роберт от обезьяны. Понимаете?
Кто из них Фрэнсис? Ну тут вот два мужчины. Явно как бы среднестатистических, да? Угу. Картина. Рози. Рози. Сердечко, правда, нигде нет. Но имя женское. Имя женское. И из экспедиции он привез новорожденного сына. Королевский род, королевский род. Видите? Знакомый парнишка. А? Фрэнсис, развод в наше время дело непростое. По крайней мере, в моей юридической практике простым оно не было никогда. Ты должен четко обозначить вину, о которой будешь свидетельствовать в суде. Самые распространенные варианты – жестокость, прелюбодеяние и неизлечимая психическая болезнь. Насколько я понимаю, смерть вашего первенца, которому было всего лишь 7 лет, сильно подкосила здоровье Беттани. Я искренне надеюсь на ее выздоровление, но суд вряд ли разделит мои чувства. Я слышал, что Окманская психиатрическая лечебница вполне респектабельное учреждение. С уважением, Чонси. Нам, видимо, в психушку надо. Неожиданно. Нехило тогда. Нехило вообще, ребят, нехило. Это психушка. Ну, погодите, получается, рыба-люди, это как бы, ну, то же самое, да? Вот это вот все. Ну, вы понимаете, да, к чему я клоню? Понимаете? Надеюсь, понимаете. По такому же принципу сделаны. Это? Нет, это. То-то. А нам сказали королевская кровь. А, вот это. Да блин, я замутилась. Все. А нам он сказал королевская кровь, утонченные черты. Пяу. Hello. Я еще некую Беттани Трогмортон. У вас нет пациенток с таким именем? Здесь нет никого из семейства Трогмортон. Но
Одна Беттани у нас есть. Точнее, была. Она пропала. И не просто вышла на прогулку, как обычно. Прогулка, как обычно? Вы разрешаете пациентам выходить из здания? О, Беттани была безобидной. Всегда возвращалась. А в этот раз я никогда ее такой не видела. То есть она сбежала? Да. Санитар без сознания, а ее и след простыл. Мы от нее такого не ожидали, она ведь обычно безобидна. Вы не знаете, куда она отправилась? Нет. Она в последнее время вела себя странно, что-то бормотала. Нарисовала странный символ на стене своей комнаты. Любопытно. А можно мне взглянуть на эту комнату? Думаю, вреда от этого не будет. У нее была отдельная комната внизу. Вот ключ. Только не наступите на осколки стекла. Счастливо. Вершины истины никогда не покоряют напрасно. Такой дозой можно лошадь свалить. Кровь почти засохла. В смысле, а где ее комната? А, вот. Воу! По 7 лет за каждое – это очень длинная полоса неудач. Как хорошо, что не я их разбил. Кто-то здорово тут порезвился. Снимали под дулом пистолета, что ли? А как их соединить? А как? Охереть. Короче, у них было у деда вот этого Роберта. Точнее, ну, короче, вот как-то вот так. Ну, короче, там еще был мальчик. Мальчик. Так. Ну, пока непонятно, что это будет значить. Записка Беттани. Все это я делаю только ради своего дорогого Хэммонда. Мне нельзя об этом забывать. К своему стыду, я надеялась, что у этого подлеца косого здравый смысл окажется сильнее жадности. Он раздобыл зеркало. Мне все равно, как он это сделал. Но когда я пришла забрать его, он решил поднять цену. Более того, ему хватило наглости мне угрожать. Он сказал, что найдет другого покупателя. Что сделано, то сделано. Никто не имеет права вставать между матерью и ее ребенком. Юный Хэммонд Трогмортон, старший сын Фрэнсиса Трогмортона, объявлен мертвым. Маленький Хэммонд серьезно пострадал в результате загадочного несчастного случая во время семейного праздника, и врачи так и не смогли вернуть его к жизни. Похороны состоятся на этой неделе, и на них будут присутствовать только члены семьи и близкие друзья. В этот мрачный и трагический час мы стараемся не забывать о тех, кто остался с нами, в том числе о малыше Роберте, признается Фрэнсис Трогмортон. Он теперь мой единственный наследник. Я сделаю все, чтобы его защитить. Я найду его, малыш. Обещаю. Расскажи подробнее. Она разговаривает с ребенком через зеркало. Кто-то здорово тут порезвился. Неплох. Стоять!
У вас больше нет надо мной власти. Я нашла своего Хэммонда, и он объяснил мне, что нужно делать. Стеклозавод Рэндалла в Salvation Harbor невероятно. Разгадка была там с прошлого века. Пора сложить все части головоломки. Стоять! Беттани выкрала зеркало у Гловера, а потом сбежала из лечебницы. Похоже, она отправилась на стеклозавод Рэндалла. Угу. Так, следующая цель. Ну что у вас тут еще есть? Интересненько там. Сумасшедший есть. Ты тоже это видишь? Ну да. Так-то да. И это, и не это. Все мы видим. Да, ребят? Следите за карманами. Некоторые пациенты могут что-нибудь стащить. В любом хаосе сокрыт космос, в любом беспорядке тайный порядок. Бабуля общается с чадом через зеркало. Да, у нее типа была куча зеркал в ее комнате. Но это все не те. И она нашла то самое. И теперь она все. Моя голова. Болтать начала. Голоса не замолкают. Слышишь? Кто-то поет. Чудесно. Конец близок. Чудесно. Давай поиграем. Все начнется заново. Слышь. Хватит. То, что пялится внизу, на мои листья. Поднимется наверх. Семя посеяно. Семя посеяно. Я не то, что со мной случилось. Я то, чем сам решил стать. Рано или поздно ты окажешься там, где должен быть, и будешь делать то, что должен делать. Глубоко. О! Все зависит от того, как мы смотрим на ситуацию. А что тут? И да. Ни у кого вроде щупалец нет. Халло. Восемь, девять, десять, одиннадцать. 8-800-555-3535. Проще позвонить, чем у кого-то заниматься. Чем могу помочь? Да ничем, я трыскаю просто. Все. Так. Делай то, что должен, и будь, что будет. Делай то, что будет, и будь, что должен. Salvation Harbor. Так. Прикольно, мне такое нравится. Детектив со всей силы. Я со всей силы детектив, мамкин. Мам, я детектив у тебя. Salvation Harbor.
А где именно? Salvation Harbor. Фабрика под названием Стеклозавод Рэндалла в Salvation Harbor. Блин, а у меня что-то нету метки, как я найду. Salvation Harbor, Стеклозавод Рэндалла. Ну, типа, здрасте. Он может быть и здесь, и тут, и там. О, стекольный завод. Да? Фабрика, стеклозавод Рэндалла. Так, наверное, нужно сначала... Не, нужно сначала в газету. Сейчас в газету нырнем. Газета. В мэрию? Блин, я до ратуши не добралась еще. Библиотека. Ратуша. В ратуше, думаешь? Не найдем мы в этой. Сейчас я чекну. В той части я не была еще. А, нет, в газете я вряд ли что найду. Это должно быть какое-то происшествие, да, период. Журналисты, объявление, Salvation Harbor. С прошлого века. Ну, типа, не. А, подождите, вот. Нет, это не то. Space Wanderer. Ну какой тебе отзыв об игре нужен, если я играю? Ну. Я вот... Вот это вот что значит? Книжечка. И что? Книжечка. Что значит книжечка? Я уже забыла. Книжечка. Поискать в архивах, да. Ну, получается, что да, получается у нас библиотека и ратуша. Получается, нужно, блин, в ратушу. Хотя по-хорошему, вместо того, чтобы идти в архив, чтобы узнать, где находится там эта стекольная фабрика, можно просто у любого горожанина спросить. Ну или там, не у любого, но каждый, не знаю, десятый точно бы сказал. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза как прежде горят.
Фил. Вот можно до сюда прям доскочить. Заодно, может быть, найдем точку быстрого перемещения по дороге. Ну, в библиотеку нам точно не надо. А, вон она. На первый раз прощаю. На первый раз прощаю. Я вас тыкаю и тыкаю, а вы все прощаете, прощаете. Центр Адвента. Она была фабрика в прошлом веке. А, ты на это намекаешь? О, сарямба. Не паду. Смотрите, какая большая ебанина. Простите, конечно, но как это еще назвать? Смотрите, какая здоровенная пипяу. Жесть. Выросла. Давайте быстрее. У меня много дел. Что вам нужно? А, просто хотел поздороваться. Я тут недавно. Как мило. Если вам нужно что-то найти в архиве, встаньте в очередь, как и все остальные. Встать в очередь? Кроме меня здесь никого нет. Значит, я первый и могу искать все, что мне нужно. Не дерзите, юноша. Если в следующий раз очередь будет... то вам придется в нее встать. Счастливо. Жесткая тетя такая на проходной. Ух, ух. Чудом от пожопи отделались, ребята. Субъект. Организация. 19 век. Salvation Harbor. Стеклозавод Рэндалла. Угу. Южная часть Salvation Harbor, Skipper Road, между... Простите. А у вас тут, знаете, бардак, женщина. Вы бы занялись делом, а не на людей бросались бы. Было бы намного, знаете, больше пользы. Стоит там, чуть журнал читает с голыми мужиками. И радуется. Шерлок Холмс. Так, убираем. Итак, поставить так. Южная часть Salvation Harbor, Skipper Road. Южная часть Salvation Harbor. Насколько южная? Вот это прям? Ага. Skipper Road. Блин, это очень южно. Так, Skipper Road между Ill Street и... А как? Calm Shore Street вот тут. Ил Стрит вот... А, вот все. Соберись. Собралась. Собралась, разобралась. Не так смешно, когда Батя! Появляются в каком-то месте, у них так полы все поднимаются, так... Эффектно. Эффектная загрузка.
Еще туман этот, ребят, добавляет, так сказать, жути. Это все рабочие кварталы. Мотель. Может, на той улице? Да. Тут я не вижу, чё. И дверь есть. Ну, да. Да, блядь! Умри же! Демон окаянный! Ух ты, жопа драненькая. Да, блядь! Похоже, на этом верстаке делали рамы. Ух, что демон окаянный. Запутал меня. Йогурт совершил покушение, это как? Протух немножко? Горит. Сейчас на меня женщина нападет в летах. Будет неловко. Какой-то химический раствор. Наверное, с его помощью стекла превращают в зеркала. Там кто-то есть, я тогда не пойду. Пока. Дверь не поддается. Да что ж ты будешь делать? Придется идти, блин, в небытие. В небытие. Чёрт. Собрались, ребята? Все. Фантом какой-то, ребята. Ребята. Это жопик фантомного типа. Блятушки. Куда идти? Ты... А я думала, не видно, значит, не существует. Типа, это глюк. А это вовсе даже и не глюк. Ну, постоял пару часов при комнатной, я его открыл. В ответ он взбесился и взорвался на пол гостиной. Кот, хорошо, что так произошло. Если он так себя повел, то явно внутрь его не стоило принимать. Так что хорошо, что он снаружи взорвался. Лучше бы он, конечно, взорвался где-нибудь в ограниченном пространстве. В более ограниченном пространстве. Но тем не менее. Так сказать, повезло тебе. Дверь не поддается. Ты задрал, ломай! Пацаны, чё он? Чё ты, а? Ломай!
Круши! Мы тут с тобой что, пришли это самое, беречь чужое имущество? Нет! Дверь не поддается. Я там всех завалила, всех. Наконец, наверное, это ты прибил чудище в подвале. Даже не знаю, как тебя благодарить. Для начала скажи, ты не видел тут пожилую женщину с зеркалом? Старую Беттани? Конечно. Когда тварь напала, она заперлась внизу на складе. У меня есть запасной ключ. Пожалуйста, выпусти ее. И можешь взять любые припасы. Ты ведь нас от смерти спас. Такая у меня работа. Спасибо. Ржавый ключ. А тут у вас ничего нету больше? Раньше тут жилось не так уж плохо. Неплохо. Жаль, что мастер уже не удел. Не знал, что производство зеркал такое сложное дело. Этот зеркальщик выглядит подозрительно. Может, они все такие? Они прячутся. Прячутся в воде. В омутах, в лужах. Нужно смотреть в оба. Какой-то химический раствор. Наверное, с его помощью стекла превращают в зеркала. Беттани? Тут нет. Ордер на обыск. Разрешение обыскать территорию стеклозавода Рэндалла в Salvation Harbor с тем, чтобы расследовать подозрительную активность, на которую поступили жалобы, допросить подозреваемого Гюнтера Рэндалла. Гюнтера, поняли? Кто-то основательно запасался. Дневник Рэндалла. Никогда не думал, что этот город сможет меня удивить. Но Фрэнсису Трагмортону это удалось. Расчистить дорогу более достойному наследнику, избавившись от второго? Он искренне считает, что оказал своему сыну услугу. Засунув его в зазеркалье, говорит, что не хотел убивать мальчика, как будто его поступок лучше убийства. Моей вины тут нет, я просто поделился тем, что знаю. Надеюсь, Фрэнсис сможет найти для своего сына новое тело, если захочет вернуть его в реальный мир. Мне надоел этот мерзкий город. Пора перебраться куда-нибудь потеплее. О, да, как я тебя понимаю, Рэндалл. Мерзкий. Это его дом. Дом Рэндалла. Держись, Хэммонд. Мы почти у цели. Ключевые улики найдены, только как бы... Что с этим делать? Похоже, на этом верстаке делали рамы. Заказчику только все это, если пересказать. В зазеркалье ушла Беттани. И нормально ей. Походу. Она все время разговаривала с неким Хэммондом. Ордер на обыск. В полицию надо идти. Вы видели, видели? Офигеть.
зато из этой игры можно такую сочную звуковую атмосферу стащить. Уф. Красотища-то какая. Так, где у нас полицейский участок? Все бы описывались от страха. Угу. Так, Марите. Марите. Пу! А как? А, так, преступление. Подозрительные... Жалобы. Субъекты. Ага. Подозреваемый. Документы. Методы. Salvation Harbor. Не знаю. Дом зеркальщика. Имя Гюнтер Рэндалл, он же Дэвис Майлз, зеркальщик. Пол мужской, возраст неизвестен. Место жительства покинул город. Последнее известное место жительства. Окмунд, северный Олдграф. Пересечение... Подозревается в нарушении общественного порядка, диверсионной деятельности и изготовлении контрафактных товаров. Нехило тут этаж. Зеркальщик, блин, господина зеркало в игру запихнули. Офигеть, пацаны, это, конечно, мощно. Я такое обобряю. Олдграф, карта. Так, чё тут? Северный Олдграф. Пересечение ма-ма-ма-ма-ма и Роуд. Пересечение. А что значит пересечение? А, вот... Не. Пересечение. Что это, блин, значит? Один из четырех домов? Ну, тут порыскаем, порыскаем. Мы еще зачищать ничего не ходили. Но зачищать без дрободана, это, конечно, ребят. Патроны на ветер. Мы правильно идем? Неправильно, у меня тут лишние метки стоят. Кто-то трется у этого дома. Халло. А что ты трешь? Тут никого нет. Этот дом или нет? Блин, тут сейчас жопики вылезут, а у меня ничего нет. А, нету жопиков.
Или все-таки есть, судя по звукам. Но я же не плакала, ребят, когда дверь не поддавалась. Я держалась. Стоически. Ну. Но это явно не тот дом. Во-первых, если бы был тот дом, нам бы отметили, типа, тот дом. А во-вторых, ну, типа, похож этот дом на дом господина Зеркала? Ну, вообще нет. Совсем не то. Вообще ничего тут нет. Пересечение, блин. Что это значит? Вот тут еще два дома. Сюда они тыкались. Там жопиков. Тьма тьмущая, ребят, там жопиков тьма тьмущая. А у нас патронов ни черта нет. Молодец, застряла. Молотова тут не настолько мощный, насколько бы хотелось. Хотелось бы, знаешь. Они лежат здесь уже давно. По очевиднее взрыв хотелось бы. Интересно, где они взяли такой маленький гробик? Сами сделали. Фрэнсис Трогмортон, известный всему городу ученый, искатель приключений, снова стал самым завидным женихом. Во вторник состоялось заседание суда по расторжению его брака. Прессу в зал суда не пропустили, но результаты были обнародованы сразу после вынесения решения. Стремительное ухудшение психического здоровья Беттани Трогмортон было сочтено достаточным основанием для развода. «Хватит с меня траура», — сказал Фрэнсис, выходя из зала. «Смерть нашего сына – трагедия, но мы должны оставаться сильными. Жаль, что у Беттани этого не получилось».
Подвал. Давай сначала наверх схожу. Откуда эти жопики берутся здесь? Оккультный фолиант. Простые защитные чары можно создать с помощью симпатической магии. Чтобы повлиять на какой-либо объект, необходимо найти похожий объект, который обладает сильной связью с первым. Кто-то усердно учился. Свой особняк в музей старых зеркал, который он собирал в течение многих десятилетий. Самая большая выставка зеркал в истории Окмонта, на которой будут выставлены лучшие творения мастера Рэндалла. Эти часики еще. Бедная моя кукушечка. С этими часиками. Блин. 4 патрона все. Блин, с патронами вообще дела максимально, конечно, плохи. Еще подвальный подвал. Максимально подвальный подвал. Гад. Я же правильно понимаю, что это реверанс в сторону Ведьмака и Господина Зеркала? Любой нормальный отец гордился бы таким сыном. Жизнь жестокая штука. Не ори на меня. Надо. А что делать-то, пацаны? Что за... моя голова! Черт! Я не могу! Не могу! Что это вот было? Как это понимать? Успокаивайся, давай, жопи. Эй, эй, выпусти меня! Ищи дальше.
Да сотри ты эту оккультную штуку, и все нормально будет. Жизнь жестокая штука. Чего я тут еще не увидела? Прокачаться не можем пока. А вот это что значит, этот значок? Поговорить надо с Тротмортоном, да? Поговорить. Ну, пойдемте. Тут, наверное, мы все, что могли, намошнили. Неожиданно. Вот так. Пока зеркало цело, тебе ничего не угрожает, малыш. А я пока выясню, как тебя освободить. Угу. Я вытащу тебя, Хэммонд. Должен быть какой-то способ. Третья точка должна быть. Где? Наверху? Там было что-то наверху. А, вот это оккультная комната, да-да. Эти ритуалы. Возможно, они помогут мне выиграть время. Пора сложить все части головоломки. Я вытащу тебя, Хэммонд. Должен быть какой-то способ. Второй, первый. Эти ритуалы. Возможно, они помогут мне выиграть время. Вот. Пока зеркало цело, тебе ничего не угрожает, малыш. А я пока выясню, как тебя освободить. Беттани создала какой-то барьер, чтобы выиграть время, пока она освобождает Хэммонда. Его можно разрушить, разбив ритуальное зеркало. Давай раздупляйся. Эть, раздуплился. Мне нужно разбить его. Я не хочу его бить. Придется бить. Разбили. Ой. И чё, теперь вниз? Нет, 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 нет. Вы его не заберете. Вы не получите зеркало. Не получите, ясно? Я его не отдам.
Беттани, пожалуйста, успокойтесь. Я не желаю вам зла. Вы не получите мое дитя. И я не позволю снова забрать его у меня. Я не позволю. Все нормально. Давайте просто поговорим. Я знаю, что это зеркало очень важно для вас. Это мой сын. Его душа, его сущность, а она заперта в зеркале. Ему холодно, страшно, голодно уже не один десяток лет. Он... Окей, это сложно объяснить. Его тело умерло, но душа... заключена в стекле. Он не может освободиться без чужой помощи. Фрэнсис считал, что это милосердный поступок. Подлец! Что вы собираетесь сделать? Я могу отправить Хэммонда обратно в его тело. Не осуждайте меня. Это может показаться странным, но тогда мы будем вместе. Все уже готово. Я уверена, что у меня получится. Чтобы освободить его, нужно просто разбить зеркало. Я не могу вернуться с пустыми руками. А я не уйду без моего сына. Ладно, пожалуй, у вас есть право на эту попытку. Продолжайте свой ритуал. Я попробую договориться с Робертом. Спасибо. Большое вам спасибо. А! Ну нахер! Мы валим. Экстра Quality, спасибо за ресап. Че там? Сейчас посмотрим. Бабуля улетела, но, блин, с таким мужем, который у нее был, как бы, извините. Неудивительно. Ну чё, как дела-то? Огромное спасибо, чужак. Жизнь жестокая штука. Вы сделали правильный выбор. Тут ребенок плачет. Покажи нам этого зомби. Любой нормальный отец гордился бы таким сыном. Жизнь жестокая штука. Ну давай, открывай. Огромное спасибо. Нам всем интересно. Чужак, вы сделали правильный выбор. А он скажет, нахер мне это зеркало без моего брата. Я не знаю, что там может быть в итоге. Ну ладно, сейчас узнаем. Сейчас узнаем, как наш разговор повернется. Любопытно. То, что бабуля кукуха поехала, это понятно, но вы как бы понимаете, у нее муж уехал в экспедицию в Африку, возвращается с новорожденным сыном и фотографией, на которой горилла и написано женское имя Рози, а ребенок у него, мягко говоря, как бы на нее очень похож, на Рози. Как бы я бы тоже кукуха поехала, знаете. Кто бы не поехал. Странно, что Фрэнсис кукухой не поехал. Ему нормально было. Чего, блин? Ну, давайте обсудим. Мистер Трогмортон, я нашел жутковатую книгу о зеркалах. Там говорится о плененных душах. Скажите честно, что вы задумали? Похоже, отпираться нет смысла. Я узнал, что когда-то у меня был брат, Хэммонд. Отец отобрал его у меня. Хэммонда заточили в зеркале с помощью колдовства. Понятия не имею, зачем отец это сделал.
но мой брат Трагмортон, и я должен его спасти. Я опоздал. Когда я нашел зеркало, оно уже было разбито. Мы сами его разбили. Нет. Как это могло случиться? Точнее, бабка его разбила. Мой бедный брат. Я рассчитывал на вас, мистер Рид. Я так надеялся. Ну, это... Мы же закончили. Уходите. Оставьте меня своими призраками. Нагнетает? Ты что нагнетаешь? Все нормально было. Дядь.